Что-то слабенько, слабенько идет. Здесь все как рухнет. Вот, теперь уже более-менее. Сейчас чаечек замутим. Вот так ночь мы проведем в природе. Что вам хочу сказать? Неплохо. Звездное небо. На улице тепло. Еще костерчик. Дождь не идет. Как видите. Более-менее. Но на небе, не знаю, если будет видно, столько звезд. Что вообще. Вот так, выходные проведем. Поедем домой. Ну, второй заход. Пошел. Сегодня мы без кружки, так чай пить будем. Холодеет, уже холодно стало. Доброе утро всем зверюшкам и людям, кто нас слушает. Костер наш погас. Уже все. И не везде. Сейчас у нас 7 часов утра. Сегодня надеемся на шикарнейшую погоду. Если видите, там красненькое уже на облаке есть. Значит, где-то уже восход солнца есть. Такое дело. Лепота, короче, ребята, лепота. Чаек сейчас замутили. Чайку попьем. Вот так мы сегодня ночью спали. Тепло было очень. Вот этот нас грел. И сейчас мы чайку замутим. Такой зеленый, как говорится. Ну вот, ребята, первая наша красота. Бастицево. Видите? Поднялись на небольшую гору. Холодно здесь, но красиво. Высотища конкретная. Сегодня будем все эти горки проверять. Обратите здесь внимание, как горы высокие, а туман садится внизу. Мы приблизительно вот где-то вот там припаркованы. Сейчас еще поднимемся наверх, посмотрим, что оттуда есть. А еще от всего побачьте. С левой стороны горы солнышко, и все нормально. А с правой стороны горы вот такое дело. А шум такой какой-то интересный. Тучи как расходятся. Их не было здесь только что. Лепота.
Лепота, 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 кругом вертится голова. Good? Yes. Make some fun? Yes. Да, песок интересно тоже, но своего рода. Черному. И приходится, короче, как говорится, экстрасайз. Идем там на макушку, посмотрим сюда. Красиво, правда? Вон, там мы были. Теперь идем вот так пешком, вот так раз, 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 и приходим сюда и вот на эту макушку. Это наши, как говорится, кони не хотят по снегу идти. Вот оно то место, на которое мы стремились. Называется перекресток семи дорог. И вот и я. Обратите внимание, как интересно. Гора, только холм начинается. Все, 2-3 фита снега. Так что так, а здесь, пожалуйста, ноль. Вот куда мы стремились. Вот сюда. Часто мы сюда приходим. Нам вот это нравится. Очень нравится. Пару часиков сейчас наблюдать. Чего там, как? Да почему? Вот такой перекресток. Сейчас солнышко к нам придет. Пешком тоже приходится ходить, да даже и полезно. Красиво, правда? Морозик небольшой, и снег блестит. Кони, наши кони. Кони, 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 наши кони. Застрявшие кони. Что сделаешь? Да они не любят ездить по белому, только хотят по черному. Теперь будем мы их на горбах своих таскать. Ничего не сроду. И вот такое дело. Thank you.
Молиться не буду, но в Америке даже в лесу есть ральник. Отъездили все вдоль до поперек, посмотрели снег, полюбовались природой. Как бы пока мест еще без происшествий, как говорится. Но еще не вечер. Еще не вечер, короче. Едем дальше. Едем на заправку. Заправиться и потом дальше. Alta la vista. Воды очень много. Очень-очень много. Раньше вот этот кусок, вот так, вот там было сухо, вот так, вот это все было сухо. А сейчас много воды. Раньше вот там где-то можно было перейти, а сейчас вряд ли. Но болото здесь, как говорится, капец. Просто капец, но красиво. Мы раньше здесь парилку ставили. И купались здесь. На улице холодно, да и иней все покрывается. Видите, это я. Да, воды очень много.